Праздничное мероприятие в честь юбилея горок Ленинских началось с гимна городского поселения. В честь праздника за добросовестный труд и высокий профессионализм заместитель главы Ленинского района Дмитрий Волков вручил почетные награды заслуженным работникам в разных отраслях. Федорин Виктор Григорьевич, водитель муниципального бюджетного учреждения «Дорсервис». История поселения горок Ленинских очень богата. Она отражена в экспонатах музейного комплекса. Жители гордятся своей малой родиной, считая это место самым живописным в Ленинском районе. Наше поселение, прежде всего, я люблю за людей, которые здесь живут. Это люди. Ну и, конечно же, природа нашего края сама за себя говорит. У нас очень заповедные места. В адрес жителей горок Ленинских прозвучало много теплых поздравлений, а артисты порадовали всех красивыми танцами и песнями. Хорошее настроение на празднике было гарантировано всем. Также для детей организаторы устроили игровую площадку с аттракционами, а для взрослых – ярмарку народно-прикладного творчества. Хороший вечер, 475 лет – это прекрасный повод провести время с молодежью, со взрослыми. Всем желаю хорошего настроения, хорошей работы, много денег и счастья. Особым подарком для жителей горок Ленинских стало долгожданное открытие новой детской площадки у дома номер 1 на Северном проезде. На территории этой площадки можем наблюдать и малой формы для наших маленьких детей, чуть постарше. Для взрослых также есть места для отдыха. Мы постарались вместе с вами сделать действительно, чтобы здесь, вот в этом небольшом маленьком микрорайоне, было уютно и комфортно всем проводить время, жить. На новой площадке теперь все могут найти занятия на свой вкус. Позаниматься на тренажерах, покататься на необычных каруселях и поиграть в теннис. Дети очень довольны, конечно. Раньше здесь была старая площадка, а сейчас им можно лазить здесь бесконечно. Для родителей с колясками здесь тоже есть специальные зоны отдыха. Семья Давиденко решила, что теперь будет проводить свободное время здесь. Очень хорошая площадка. Рад, что построили. В поселке мало таких. Вообще не было таких площадок. Можно, наверное, зелени добавить. Ну, вот именно озеленение. А так вообще, ну, супер, молодцы. Очень-очень рады. Пожелание жителей глава Ленинского района Валерий Венцель исполнил собственноручно, посадив на площадке клен. На территории горок Ленинских посадят еще много растений и построят не одну детскую площадку, чтобы городское поселение стало еще живописнее и комфортнее для проживания. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Видное ТВ.